Хозяин дома пришел, да? Как зовут тебя? Саид. Что делаешь? Да. Дом строю. Что за техника? Кран. Манипуляторщик Мурат. Охо. Манипуляторщик Мурат. Круто. А камазист кто? Толик. Толик? Это, наверное, крутые ребята. Ты с ними встречался? Да. Давай, Толик, удачи! Так, народ, всем салам. Вроде бы какой-то интересный заказик сейчас получится. Сейчас пойдем, поедем, посмотрим. Так. Короче, кто-то с утра звонил. Я был занят, и кто-то звонит. Короче, плиты там привезли на манипуляторе. Не знаю, что за манипулятор и как там, не помню уже. Короче, через кабину надо положить плиты, и человек отказывается. Не знаю, он разве не сказал, не обговорили, что ли, этот момент? Теперь мне надо поехать, с него перегрузить на себя, заехать во двор и положить 51-я плита на 1 метр 20. Алим, чуть-чуть туда можно. Алим, чуть-чуть туда. Ага, о-о. Салам алейкум, Аслан. Все, оставляю, Слав, оставляю. Вот этот сверху надо снять, наверное. Ага.
Правда. На сухую. На себя. Еще. На себя еще. Костя, что там? Нормально? Как? Ну вот и все, ребята. Быстрая такая работенка получилась. А так, в основном, одно и то же. Блоки, песок, ванна, цемент. И... те же самые маршруты у меня. Сейчас несколько объектов, получается, ну, одни и те же. Вожу там, даже и, ну, практически снимать одно и то же, как бы. Проходит, не знаю, смысла не вижу. Завтра вот поеду и, возможно, расскажу там про кавказское гостеприимство. Один случай был недавно, не заснял, но поеду на тот же объект, где это получилось, там как бы, ну, по ходу расскажу. Так, пошел я за деньгами, пацаны. Служба службой, или как там, дружба дружбой, а деньги надо взять и поехать дальше. 5 блоки буду возить. Подписывайтесь, говорю, на канал, пацанам. А они говорят, Костя говорит, если было бы про рыбалку, я бы подписался. А эта стройка, говорит, уже надоела. Ну ладно. Вот такая тема у меня каждый день. Как на маршруте. Одни и те же пассажиры. Одни и те же лица, один и тот же маршрут. Ну, как бы тоже иногда надо вот по одной линии как-то все спокойно. Сейчас интересный объект такой покажу. Сказать дом, да, но это вообще ничего не сказать. Ну, любят строиться, да, у нас. Любят двухэтажные дома. Но это, конечно, что-то. Улица такая, как бы вообще даже не центральная, близко. Но постройки тут, конечно, плохо будет видно, все-таки масштабы не передать. Это с вертолета надо снимать, чтобы понять. Тут уже застроено со всех сторон. Ну сейчас чё как бы покажется, то посмотрите. Туда справа нужно наверх положить, там они эти на поддоны ставлю пачки.
А потом они рохлей растаскивают там ровненькая эта поверхность. Там, конечно, бы вот просто взять, походить с камерой по этим лестницам, там какие-то переходы, балконы, этажи. Чё там, говорю, бутылка, газировка, что ли, сладкая? Нет, мыло, говорят.